Действуем по старой схеме, а эти лохи поведутся. На вас Россия напала. Надо аккуратнее быть. Но не беспокойтесь, мы вас непременно защитим. А вам можно верить? Ну, конечно. Посмотрим, какие-то неправильные у вас устои. Посмотри, чего они там написали. Перепишите. Ну, нам и так хорошо. Хорошо? А вы не думали, что в странах ЕС восстания могут начаться? Нет? Мир — это ужасное место. Это вам. Видите? С нами выгодно. Выгодно. Так это было наше. Ваше? Но не можем же мы нагло лгать. Посмотрите туда. Россия хочет оккупировать ваш тыл. Нужно вводить санкции. Вам кажется. Вам же выгодно будет отказаться от товарооборота с одним из крупнейших потребителей в мире. Только представьте. В чем выгода? Выгода в том, что... мы скажем, что вы хорошие, и этого достаточно.